Всем привет! Настала осень, начались охотничьи сезоны. И первым, кто у нас в этом сезоне идет, это у нас барсук. Мы приехали на норы, норники, так сказать. Вон там на Богру норы. Вот там тропа какая идет туда. И хочу здесь на норах поставить капканчики. И вот, скорее всего, нору я трогать не буду. К нору подходить, а вот по тропе здесь пойду, вот тропа, вот она раздваивается, и где-то вот в этом кустике поставлю капкан. Сначала пойду схожу, посмотрю, к норам подойду, посмотрю, что здесь такое творится, чищенные или не чищенные норы, может, их тут и нет, барсуков в поляне, которые еще не убраны в округе. И они могут спокойно находиться в полях, в околках. Погода прекрасная. Стоит уже больше 2 недель. Впрочем, все хорошо и благополучно. Вот он уходит. И вон еще уходит, туда уходит. Вон она. Тропы. Видите, какие тропы. Барсуки здесь живет не один, семья. Вот он в нору уходит. И видно, что он ходит, и часто ходит, и подчищает. И вот туда же тоже вычищено. Вот он. Хорошо прочищено. Сюда чистит, и вот он вычищено. Всякая трава оттуда вычищает тоже. Ну, будем ставить. Расставляться. Капкан пойду доставать с машины капканы. Собаки где-то мои ушли. Даже не вижу, где-то по тропе сразу и ушли отсюда. Думал, полезет в нору, не хочет такса. Убежала по следу. Этот недавно гадил барсук. Ушла и нету где-то в лесу вместе с лайкой. Остался без собак. Надеюсь, скоро пройдут. Как раз капканы спокойно поставлю. Придут, заберу и поеду. Зашел еще чуть дальше, где ловил, тут тоже вот скошена маленькая полоса. И вот здесь они, тоже вот такие тропы, и прямо в яме. Там очень плохо видать, вон самый низ ямы уходит, там 2 метра, наверное. И еще ниже пошло. Он туда лазит и живет, между прочим, там барсук. Вот такая тропа здесь уходит. Видно, вон туда уходит, вон в тот куст вперед. Там в кустах еще норы. И вот я сейчас капкан поставлю не здесь, а вот отсюда, с этих обоих оторков уходит. Вот туда, в молодняк. В осинки. Я нашел такое местечко, вон она, нора. Вот, не знаю, камера увидит, нет. Да, вон она, вон. Как раз вот пальцем я показываю. Туда не полезу, это 5 метров, наверное, в кусты надо лезть. Волчьи ягоды, наверное. Вот она уходит. Здесь пошла. Вот она. Вот она пошла. И вон идет, тут она сдваивается. И сквозь березки проходит. Вот она. Пошла вот под березой, под веткой. И уходит туда, в лес. Молодничок. И вот, наверное, я сюда под березку как раз под палкой поставлю, чтобы меньше маскировать, так сказать. Сейчас заряжу, капкан приготовлю, пружину взведу, застегну. Вот он лежит уже, он уже сюда пришел. Капкан КП-250, а будем ставить его. И взведу, чтобы включусь. Вот я его приготовил. Он на предохранителях стоит. Просто весь сейчас. Вот тут свечет солнце. Все, и таким образом я его буду устанавливать сюда. Капкан довольно большой. И как
раз сюда его под палку. Палку надо будет чуть-чуть как-то так вот. Маленько в край палки надо двигать. Так что зацепит палку. Где-то не приподнять. Все видно там или нет? Сейчас поднесу поближе. Вот он стоит. Так вот. Я его записал. Сейчас я забью колья. Я ставлю пока так. Предохранители снимать пока не буду. Пока не вернулись собаки. Пружин сниму, оставлю пока. Или наоборот. Так, раз. Кол. Трогаю брат маленько. Ах ты ж, лопнул, падал. Все, он жестко сидит. Надо найти такую слабость, наверное, пока отойдет. Вот такая. Вот такая пойдет. Чтобы приподнять. Нету. Немного. Все. Так. Я заведу. Видно, ноги обзвожу. Все. Так, тут предохранитель я уберу вот так наверх. Все, пускай он пока стоит. Пружин пока снимать не буду. Потому что у меня еще не вернулись собаки. Где-то ушли в лес и все, и с концами. Ни лаев, ничего нет. Тишина полная. Вот так я поставил все это дело. Еще время у меня. Как раз я еще хочу переехать в другое место, в лес, посмотреть там. Поставить капканчик. Собаки ушли. Но собаки это ерунда, сейчас позову, пройдут. Скорее всего, его сейчас все полностью уже заведу, сниму пружин. Такса, я уверен, 100% он не попадет. Такса у меня собака ученый. Старый кобель уже. Обходит все даже многозахватывающие капканы. Даже не лезет. Он на проходной уже сколько раз перед норой себя видел. Останавливался. Замечает собака, капкан не идет. Не знаю, почему барсук, правда, ловится. И барсук тоже видит, но старый ни разу не попадался. Не видел даже, чтобы попадался кому-то. В основном цигалеток, который еще не понимает ничего. Старый уже не попадет. Но лайка у меня молоденькая, 4 месяца. Там может залезть и придавит ее хорошо. Ну, будет знать. Учить тоже надо когда-то. Все, сейчас переедем в лес, там дальше включимся. Переехал в лес. Здесь вот сразу такие капониры. И уходит туда. Туда и там чищены, не знаю, там есть еще или нет. Вот Филимон мой уже пошел там. Щи. Нора довольно серьезная. Не знаю. Не хочет, наверное, здесь его нету. Но рядом есть еще норы. Сейчас пойду пошарить, посмотрю. Филимон, ну что там, есть что, не? Если там барсук есть, Филимон сразу залазит. Не ждет ничего. А я понюхал, нету, значит нету. Барсука в норе, значит нет. Пойдем дальше. Тут есть еще нору в лесу.
Ну что, проверил я норы, которые здесь оставались, что хотел посмотреть. Тоже так же чищенный, видно, что летом жил. Даже не летом, а несколько там недель назад приходил, чистил, что ни травинки, ничего не вырос. Хорошие дороги глиняные. Перед зимой он почистил. И где-то ушел на жировку, наверное. Нету в норах, то есть нигде барсука нету. Все, поедем домой, поставили в одном месте капканчик, только один. Завтра проедем, проверим. Всем пока. Всем привет, настало утро. Поехал я проверять. На улице ветерок уже, ну, около 10 уже утра. Маленько задержался. Поехал проверить капканчик, который ставил вчера. О! О! Вот он. Хороший толстенький барсучок. Попался на тропе. Небольшенький такой. Ну все же есть попадание. Все, забираем. Сорвал с кольев. И вот тут видно тормозил другой. Значит, он не один тут ходил. А этот залез, шел оттуда. С кустов, где мои собаки вчера искали. И вот он попался. Ну неплохой. Все, будем забирать домой. Даже еще шерсти много на нем нету. Еще теплый, даже горячий. Лысый еще даже нафиг не дорос. Не засох еще ничего. Обычно не. Если давнешний, не давнешний. Комбайны пришли только в 9 часов, наверное, он около часа назад и попался. Пойдет. Забираем. Сезон открыли. Все, сезон открытый. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал. 10 кг кабанчик есть. Всем удачи!